Петя у них тоже. Ну ладно. А нет, две. Хонвар начал. Ой, блядь. Да, да, да. А рестарт не нужно делать? Надеюсь, нет. Ты что ж, может даже не тесак он просто будет покупать. Меня выкинуло следы. Не. Окей, бежи. Нас еще. Да блять, это их. Проходите карты. Орлигор. Тем более они не согласны на Орлигор. Если они слышат это слово, они все, они сразу. Не, мы не будем играть КВ. Так, потом ты сак скинешь, если ты не можешь. Ага. Кого уже с двумя дротиками. У них кава слабая, я уже вижу. Я признал, что у них слабый состав сейчас, вообще не сказал бы. Просто кава сейчас просто так два дротика получит. Ну что? О, так покруче будет. У них два всадника или три? Три. Угу. Один полумертвый. Ты говорил, что их два? Не, я говорил, что три. А мне лучше. Какие у них классы? Лучник есть? Там два метателя. Два метателя? Нет. Тогда их надо каким-то образом рашить. Потому что, ну... Стоять и ждать, пока они это все выметают, не очень хорошо. Было бы неплохо выглядеть. Проходите на флаги, но при этом вы их не занимаете, а выходите на них. Кава, готовьтесь к заезду. Залетайте. Ёпта. Найс. Все, соберитесь. Так. Оп. Молодец. Хорошо. Проходите к флагам. И желательно на метателя кава заехать. Кава, надо заехать на метателя. Блять, рашьте, ребят, рашьте, рашьте, рашьте. Сука. Метатель был хуй. Как я его не убил, блядь? Да я вот сам хуй знаю, игры. Я его ударил, блядь. Ребят, деритесь, 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 тишь, игры. Метатель лоу. Неприятно. Вы же поняли, что 7 на 7 ебал, блядь. Как мне горит от этого, блядь. Сами договаривают. Они мне сами, кстати, крыл предложили, и нихуя не могут собраться. Карки проходят. Поздно. Паршит, у тебя же дроски есть, да? Что есть? Ничего. Я узнал. На самом деле я во многом ступил, как и парашют. Я поехал на метателя, и меня застукали. Сейчас, господа, разметаю. Скинь там, кто там оружие какое-нибудь ближнего было. Грег, Грег.
Вот этого зажать можно. Все, выкинул металки. Дрек сзади. На флаге проходите, пить. Не в кого. Да, мы не в кого покосили хорошо. Да. Пихи, сейчас подсчитаем, у них метатель наверху. Справа. Мансуйте на флагах, когда будете стоять. Мансуйте лево, право, лево, право, в стороны отходите. Второй метатель слева. Просто живите. Примите пех, Кава, приготовь к заезду. Подождите, подождите, пехи. Кава, приготовь к заезду. Просто подъедьте ближе. Все, пехи, давайте их разъебем. За Кавой следите. Кава, заезжайте. Я смотрю за Кавой. Одной. Кава сзади, Кава. Секунд, ребят, я флаги держу. Держите, тяните время. Просто держим флаги. Стоим 2 секунды здесь. Угу, все. За ваше здоровье и за мое очко. Проходим туда же. У него меч за 100 тысяч. Сука. Мы вчера, кстати, я ему посоветовал одного скупщика, ну, продажа, блять, как дилера, короче, колды. Парашют, смотри за Кавой, пожалуйста. Там Кава на рыцарском, если чё, аккуратно. Потом. Парни слева, всадник, походу, АФК. Нет. Нет, нет, нет. Он был метатель за ним. Ну, а БК не мой. Не заигрывайся. Блин, зачем словили-то? Отойдите, не ловите. А я не специально. Кава, осторожно. Я бы сейчас подобрал ему лапетку. Пехи, пехи, Кава. Выходите на флаг. Грек, стой, стой, надо жить. Пехи, продаем сразу и давайте им бой и рашьте их. Кава, приготовьте заезды. Проходите, проходите, проходите. Кава, заезжаем. Кава, заезжайте. Заезжайте, Кава. Бей метателя. Хелп, хелп, зажимается. Прости. Ай, блядь. Сука, нормально. Блядь, мне реально нор покусил, сука. Пиздец. Меня и Эльзу. Вот даже ассистов. У меня даже ассистов нет, да. Зажмем втроем. Ну давай. Одна Кава всегда справа, а две Кавы тут катаются. Ну поехали, поехали все тогда поехали, налево. Поехали, поехали, пошли, поехали. Вошли, вошли, вошли. Сука. Че, назад, 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 ребят. Пока не убили с помощью. Ой-ой-ой-ой, на меня пошли.
Не, нормально, я уехал. Меня не пробили вообще. Драйв. Они левее смещаются вроде. Вейз надо уезжать, если они сюда идут. Уезжаем, уезжаем. Пехи, проходите на них, они в центре. Пехи на них, проходите. Пехи на них, проходите. Прям на них, забили на флаге. Кава, приготовьтесь к заезду. Кава, прям сзади, в спину им въезжайте. Пехи, раш, Кава, заезжайте. Не дайте им уйти спокойно. Пошли, пошли, пошли. За их всадниками следите. Кава. Пехи вместе проходите на метателя и смотрите за всадниками. Блять, смотри за всадниками. Ребята! Ну пиздец, что вы стоите? Я же говорю, на метателя проходите, я на него заезжаю. Грегору помогите. Да. Нихуя не понял, что произошло. Хорошо, зря вынул копье. Да. Проходите туда же. Когда вы рашите, не делитесь. Вы очень сильно разделились, и дальше вас просто по одному начали вычленять. Хорошо, будьте всегда рядом с Мираклом, чтобы защищать его от садников. У них восьмой зашел. И крип ливнул, пиздец. Сейчас зайду. Заходи. А тут, оказывается, дом ливнул. Со слицета 8 на 8 рамы. Потому что я ебал, это 7 на 7 горит от него. У них тяжкава появилась. Они что-то идут, борзеют. Че, мне заходить, нет? Да, заходи. Кузин, там метатель, ходит. Да-да-да, назад. Парень, давайте мы тоже пойдем вместе. Извините, мой операцию. Тоже сходим к нему. Мы сходим? Нормально будет. Проходите, проходите, да, можно. Только Денис, не спеши, не иди первый. Блять, его убить? Не могу, мне... Там еще наверху этот пидорас. Кава сзади, ребят. Пехи, отойдите немного дальше, за угол. За угол, точнее, назад, 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 назад отойдите. Там, где вы стояли, просто поближе к ним, но за угол. Чтобы метатель сверху не метал. Кава, Кава, ребят. Кава, помогите нашим пехам. А то им сейчас неудобная ситуация. Денис, металки поднимай. Понял. Блять. Нормально все. У них два метателя на ОХП. На флаге проходите, на флаге проходите через арку. Если они пойдут на вас, встречайте их там. Кава, нам бы отрезать метатель вдалеке от пехов идет. На него заезжаю. Он лоу. Все, он мертв. Хорошо, блять, молодец. Кава, приготовь заезду. Нет, 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 к стенке не идите, у нас кавы больше. Точнее, нет, у нас никому не больше кавы нет. Да, да, просто, просто флаги займите, сзади еще один метатель. Бить его метатель. Тоже бы убить. Пехи, просто держите флаги. Если будет плохо, скажите нам. А метатель тоже один раз копьем. Если нормально. Его еще Грегор ударил, нормально. Просто стойте, живите. Кава, помогите пехам, кава, пехам, помогите. Миракл, далеко отошел от меня. Я недалеко отошел, это вы далеко отошли. Ты должен был с нами идти. Мы стояли у флагов. Кава, помогите пеху. Блять, что за хуйня? Да, это ошибка. Геракл, ты отошел от пехов сильно. Я же говорю, у флагов стойте и не выходите. Печальная смерть. Ah!
Ну, странно, в конце было, я не знаю, что вообще опять застопился. Просто в челика въехал, я в него застопился, у него даже ничего не было, чтобы не стопиться. Чё за бред? А не же... У тебя же легкий конь. Тяга. Ну да, и чё, он стопится за это? Из-за чё, твоих стопится. Проходите в кармашек. Блядь, я не знал даже. Я тебе не пишу псиек. Блин. Нельзя сидеть, а не... Виктория 38, пинг, блядь, пиздец. Ну, как бы, 12. Чё, это лайф ещё нет? Нет. Это я испугался. Так это был ваншот, да? Господи. Вообще, ты живой, чисто. Что у тебя живущий-то? Две металлки, вот, нормально. А должна вас двух убить. Типа, не должна. Не должна. Я перекачал щита в этот Iron Flash немножко. А сколько Iron Flash? Я посмотрю, свернусь. Да, пока щит побли. Три Iron Flash. Три. Уже три, блядь. Хорошо. Да хуя. А у тебя хотя бы 24 идут? Да, 24. Прикинь, какая на флеш важность, блядь, вот хуйня такая, прилетит уже бам. Да, вот, а двух не выжил. Ну, для Iron Flash это как бы одна металлка, пожалуйста. Ну, важно. Какой-нибудь кармашек. Это хорошо, что вы металлки берете. Тебе нас плюс одна крава будет попроще, хорошо, не хочешь. У них тоже плюс крава. У них два всадника. Нет, три. Два из них тяжелые. А было три. А было тоже три, но у нас теперь плюс один всадник. Так что деремся в поле. Возьмите какахи. Парашют взял. Я просто кармашки. Слева кава, ребят. Проходите все по левой кава. Стороне, вы разделились. Давайте, может, две кавы типа зажрем, тяжелая на медленный. Ну можно. Денис! Все нормально. Они ушли. Денис, по тяжелым коням не метай. Так у меня есть не там лишний. У них сыронецкий конь есть один. Не около арки. Конечно. Его можно зажать, слева вот этого надо зажать. Сука, в щит попал, блять. Не-не-не, Эльза, назад. Ты был пишешь, блядь, он рыцарство получил. Я ему, блядь, случайно в щит попал, вместо того, чтобы попасть. Если бы там туда крип приехал, мы бы его сейчас забрали. Все, крип, кик из клана. Блять, крипа, походу, жмут. Крип. Что? Его кава уже мало просто. Флаг занимаем. Дайте сигнал заезда, если они вас будут рашить. Кава, будьте всегда готовы заехать. Это сейчас очень нужно, чтобы в любой момент вы заехали. Кава, едьте. Кава, едьте к флагам. Все, поехали, пошли. Вместе соберитесь и следите за их всадниками. Хорошо. Сзади к нам. Ой, сори. Это я попал сейчас. Денис. Тупо застелил. Как заебал этот метатель, боже, он всю каву пешит. Ну я типа одного слил туда. Если убьешь его, оставь дистриера. Блять, Мирака, выйди нахуй. И фраги. Меня Норп покусил. Норп покусил. И снова он нежный. Вы еще ему не слышите? Убейте вы, блять, калича. Чисто сухую, давайте. Давайте, вот. Давай, я скрин сделаю, давай. Че?
2 кило, блядь. О, за ваше здоровье мне, у меня 0, и за мое очко. Блядь. Туда же проходит. Ну вот это 8 на 8, уже понимаю. Ха, возбуждает. Блядь, не надо. Так еще пока. Видела, да? Ну во время КВ не надо, блядь. Ну да. Ну ладно, вон типа за очком можно. Металки подберите, пожалуйста. Вот. Да ладно, сейчас сам. Пихи, Дениса, подожди. Да подождите, хлопцы. Бля, парашют, ты не умеешь, не надо. У тебя закуп нахуй собьется. Почти принес. Слушай, тебе что, понятых нету принести? Да нет, что-то они прошли мимо. Кого бы поразить за нас? Где? Где? Сзади? До сюда я доехал. Хоп, ты аккуратней, там и слышу такое. И у них метатель один арки, его можно рыцарским сбрить. Нифига, это в меня попало? Психо поясняло. Ебать, народ. Охуеть. Минус понятно. Я вам не знаю. Хорош, говорит. Иногда бывает полезна твоя тупость. Ладно, выходим на флаги. Не, ну реально, на пикинёра рыцарским, блядь. Все, хлоп, зайдите вперед, я буду сзади, мне ХП. Кого пехов защищаем? Они вас встречать хотят? Нет, наверху будет метатель, блядь, надо было через арку пройти. Под щитами пройдите через них. Дальше. Там еще, метатель летает, осторожно. Кава, приготовьтесь к заезду. Пехи, сразу проходим на них и рашим. Кава, через 5 секунд заезд. Кава, через 5 секунд заезд. Понятие. Кава, заезд, Кава, заезд, Кава, заезжаем. Как так-то? Так, ребята, осторожно, не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Помогите парашюту. Парашют на флаге. Пехом защищаем Каву, блядь, Эльзу. Ну это бред, это тупо минус 2 до раунда и такой вот так все. Тихо. Это бред. Минус 2 до замеса и кого-то же сильнее. А от кого был тимки? Нет, он... парашют. Конечно. Ну бывает. Да, это пиздец, конечно. Не бойся, парашют. Я не понял, что там вообще. Просто у них минус полиармщик и метатель до боя, и вот это я в ахуе смысле. Метатель, который жестче. Называется расслабляйтесь. Я говорю, это уже не смешно. Это хуйня перед флагами была. Варальд, как там фраги? Подвесите, подвесите кашки в кармашек. Мне тоже не смешно, Крип. Промси. Блин, хватит, блять, на Норпа уже заебали. Ну, кстати, Норп же классный чел, че. Ребят, на нашем респика он может зажать. Бля. Я даже не видел, пока писал про прона. Ну а мне хуй писать про прона, блин. Да хули он писает. А хули он кусает всех, да? Норку не трогай, собака. Хэштег прон не кусайся. Затем, что у них не было альчписера, но был живой метатель. И если Кава и когда Кава заезжала, ее никто не мог остановить вообще. Булки, булки. Прон не кусайся. Может зажмем, а чем тут, блядь? Возьми сметалки на флаге. Миракл, возьми сметалки. Ну все, подам.
Че, может, встретим их прям? Встретим на них? Подожди, ты не сможешь их здесь встретить. Если они захотят тебя здесь, да. Бля. Кава, пожалуйста, будьте ближе к пехам, вы очень далеко. Если бы их сейчас прорашили, вы приехали секунд через 5, только когда уже сдохли все. Один я опять рядом с пехами. Пехи, просто займите флаг и смотрите за всадниками. Флаг занимаем, да. У них один метатель вдалеке, поэтому просто отойдите подальше от камня, у нас кавы больше. Просто живем, хлопцы. Даже не бейте, просто живем. Кава, будьте всегда готовы заехать. И будьте сзади их, а не спереди. А то толку от вас там. Да, маслина. Кава, заезжайте. Нет, 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 стоп, все, не надо, не надо, не надо. Просто защищайте пех. Да че ты? Кава, заезжайте. Флаги держим, флаги держим. Вы вот так расходитесь, когда идет какой-то бой, прошу, ты вообще куда улетел, блядь? Вот это где блин, ты я короче. Спасал Эльзу, все нормально. Просто надо быть рядом с флагами, все пехи стоят в одной куче. Вот сейчас что, блядь, такое опять? Все куда-то пошли, блядь. Если бы это не эти флаги, вам бы сейчас пизды надавали просто за такое. Вот сейчас мы, кстати, плохо, что мы стояли, они нас не так. Когда на самом деле их надо рашить. Было, у них два метателя, да, которые прорашивают. Я про то не говорю, что надо рашить, но не раку говорить, зачем? Давайте сейчас прорашим. Рашьте их вообще. Поехали. Пошли, пошли. Я продолжу. Просто проходить на них и все. У нас кавы больше, у них метателей больше. Скиньте возле арки какая-то. Только кава, не спешите, пожалуйста. Пехи, прям сразу на них проходите. И вместе, блядь, парашют, не делись вообще. Если ты не видишь, я даже штуцера занял, а там уже убился. Да, да, нормальный парашют сделал, он не смог. Прям на них через левую сторону проходите. Кава, готовимся к заезду. Кава, поехали. Кава, как поехали. Кава, поехали. Кава, поехали. Да, да, да. Минус, минус. Во, блядь. Продолжаем раш. До конца, ребят. За кавой смотрите. Кава. Ну вот так как. Ну вот все, надо было с ним мучиться. За ваше здоровье и за мое очко. Че я так с этого рот лезу? Я не знаю. У вас-то нет. Все, вырубай мне хуй стал. Все, выключай мне хуй стал. Голос немножко обижен, такой растерян. Мне, кстати, кажется, что это он немножко надеялся был просто, голос. Сэнди Буш, да? Сэнди Буш? Не, нифига себе. А, это карта там с башенкой на середине. Аня, у меня скачан Сэнди Буш. Говори состав. Будем как обычно. Тут, короче, две кавы надо, я могу на каве сразу снять. Может, тут на HPC-ре? Я на HPC. Ой, бля. Что? Бля, не надо, не надо. Не надо. Ну, лучше, я уже, может, уже каве снять. Варен, ты перепил? Он вообще-то на HPC раньше играл вот так. Раньше. Раньше. Да, брат, лучше, я уже, либо я на HPC, либо на HPC. Почему? У меня на каве и на пехе идет, будешь лучше. У меня сегодня на каве не идет. В том каве? Меня норм покусил. А на HP-сере я нормально играл везде. В том каве? 2-3 часа сегодня отыграл. 2-3 часа, да. Кто на каве будет? Ты. У меня легкая кава, я не подойду. У тебя что, того коня нету больше? Будет. Тяжело. Я на легкую проиграю. Эльза, Эльза, ты кава. Я кто? Первый понятие. Или если хочешь, ты альчписер, я пех, я не знаю. Либо я альчписер, ты пех, либо. Я пех. Хорошо, тогда я альчписер. В одну можем в одну каву вообще сыграть, блядь. Ну, в одну каву, да, я с Эльзой и все. Хуза, тут две лучше, наверное. Может, пускай крип еще возьмем? Нет. Нам здесь метатель нужен, чи не? Нужен.
Все, понял. Мы на первом ведь, да? Все, заходим. Да. Я вон Ларигора косплею. Так, покажи, покажи, ты где. Блин, ну... Косплей, лицо похоже просто. Покажи, покажи, покажи. Реально, кстати. Лицо похоже, блин, они сейчас на секунд, короче. Так нет, это мое лицо, лол. Оно мне на всех персах такое. Эльза, ты на всаднике? Дальше, что у нас? Хотя, помню, какие у тебя розовые были волосы. Как у тёлки. Это было лишнее. Ну, остальной состав такой же. Может, выпустишь этого, нулевого? Бля. Мужики, скиньте колоптушку по-братски на закрытый. А, там же Эльза играет, да? Да. Где, пусть пока прон посидит. А хотя мы 9 на 9 или... можем сыграть. Но если 9 на 9, тут точно, я думаю, 2 кавы надо. Если 9 на 9. И тогда нор будет. Давайте норку выпустим. Бля, я не хочу, не люблю играть ни 9 на 9, ни 7 на 7, люблю стандарт. Я тоже. Я честно говорю, потому что все нужно, сборки да. Вот эти, они сразу... Подождите. Вархаммер или Айрон Мейс, спрашивай, хорошо. Как тебе удобно? Ну, лучше Айрон Мейс на КВ, зачем тебе Вархаммер? Ну, Вархаммер, блин, можно иногда въебать с колющего, неожиданно, знаешь? Тут у всех щит. Так на КВ... Понимаешь, такие тонкости объекта заметны, блядь, за месяц. Если ты забыл про то, что у тебя есть колющий на этой хуйне, то ты можешь сыграть. Такая чаще, блядь, на скользит. Нет, вай. Знаешь, он чё по... Нет. Нет. Да-да. Ой, Миша пришел. Ой, бать. Эльза, давайте мы сыграем 8 на 8. Какие 9 на 9? Нахуй нам это действо, блядь? В натуре. А знаете, почему мы тащеры? Нет. Потому что я Бэтмен. Блять. Блять, хватит. Прикольно же. Согласен, ну, блять. Так еще пока не начали. Можешь развеселить это переключать. И прососать потом. Мораль поднять. Не, все нормально. Сейчас так посложнее будет. Да, ну да. Но мы в одну каву, так что. И за них еще этот зашел, пидорас. А сколько мы раундов взяли на прошлый? Смотри, 2-3, 3-1, получается 5-4 в наш. А, 5-4. Ну блин, надо пробовать выиграть. Надо. Хотя мне интересно, у них метатели или что там опять? Потому что может у метателя у них нет. А, есть. Есть. Плохо. Плох. 9-9 плох. Плох. Так что они там готовы, нет? Точка, 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 точка. Далее. Пацаны, давайте я включу Somebody в Chrome. Блять, через полчаса КВ уже другое будет. У Эльзы играли, заебали они. В смысле, другой КВ? Ну, у них на нативе там КВ. Ну, блядь, пока эти родят... Реально, заебали. Сука, они такие долгие, пиздец. Рэдди, блин. Можно Шрека вообще покажешь? Нет. Да.
Рота, подъем! Этого Азарика тоже шкала через 30 минут, он же в твоей команде играет. Надеюсь, он их поторопит, блять. Потому что мы уже час играли эту первую карту. Ну как играли? Мы 30 минут ждали. 45-й мой поезд. В этом поезд у тебя хуячит. Сука, с модемы там 300 сыграли. Ну. Да, вдруг он в поезде живет. У меня там модем свой уже есть. Он там разжился, короче, там построил дом в этом поезде. В заднем отсеке. Дом в поезде? Ну, хули, ну ты решай, пошла. Налево проходим, налево проходим. Нормально меня слышно, нет? Да. Все, пошли. Гриша, где эльшпис? Да, пехи все возьмите, пожалуйста, эльшписы, потому что у нас нет одной кавы. И если вдруг что, ну как бы если вы отделитесь, то такой эльшпис сможет делать так, что вы не сдохнете. Эльза может какую-нибудь инфу дать? Что у них, о чем? Ну, пока я попаду. Что, тихо, ребят, я не слышу. Я банка кавы. Хорошо. Больно тут. Денис, будь со мной, рядом. Ага. Парашют защищаешь меня от пехов. Так, парашют ты брал с собой или металки? Нет. Тут я смогу точно проследить, защитишь ты меня или нет, пидорас, блядь. Кто, я, что ли? Да не ты, парашют. Отцу многие жалуются на его услуги, охранника. Услуги. Да ты гонишь, я сам себя охранять не могу. Сохраните. Ну вот, себя не сохраняю, меня сохрани. Господь ебаный. Бля, ебать играть в шкуре Варигора охуенно. Шкуре Варигора. Че, влюбился в него? Да. Он твой кумир теперь? Так, ребят, пойдем через арку пошли. Вместе беритесь. Действительно. Стоп, вместе беритесь. Все, пошли. Вместе. Я за Фарадеем. Ой, у нас тут... А вас нашел. Жди Миракула. Волка у них наверху не вижу, проходим дальше. Воу. Пехи, проходите вперед. Парашют со мной. Эльза, заезжай. Ко мне ближе к флагам. К флагам ближе. Фарадей. Блять, ребят, к флагам ближе. Сзади. Папа, что, сзади. Блин, отряд не занесло убить. О, все наш. Не наш. Флаги наш? Наши. Не надо, у меня два фрага было. И я застрял. Ладно, возьму очкис, окей. Тут что-то сложно. Нет, я не отдам. Никому не отдам. Я хотя бы фрагни. Я два раза фрагни, поэтому нет. Бежи. Да не, на самом деле нормально, там когда въехал Эльза, я сразу там добил лежачий с ваншотом до ворота. Никому никогда. Мы с парашютом прям хорошо подстояли. Ага. Да, парашют? Ага. А потом я Викентию ебало сломал. Просто. Ага. Так это ты чё, сука? Да, это был я. Там просто я хотел третий фраг сделать. Я ж так давно не видел фрагов. И, короче. Понял, да? И тут попался ты. Ну, блять, из-за норфа. Я не виноват. Залезь меня внутрь, в меня залезь, пожалуйста. В тебя залезь, давай. Давай. Уйди, сука, отсюда. О! На наш резко. Тихо, ребят.
Ребят, встаньте, пожалуйста, все. И подойдите к правой стороне. Рэк, не так далеко, просто здесь. Просто здесь. Я сверху стану. Хорошо. Чего ты пизды получишь? Бля. О, получил. Кава косвенно ты щипаешь, выбиваешь. Можно за металл подвинуть? Не надо. Они за углом, за углом, за углом, ребят. Назад на флаге, быстро, быстро назад на флаге. Быстрее, можем прорашить, пока у них один отделил. Где-то остатки пехоты. Денис, тебя точно не там не... Да-да-да, нет, двое, там двое делились, можем прорашить, пока не делили. Пойдем, пойдем, пойдем. Там двое, просто идут через арку. Дядя, ты можешь заехать на то... Нет, нет, ладно, уже не надо. Не надо. Просто флаги держим, сзади они сзади. И один пех сзади нас. Метатель на крыше. Плохо. Рашим их спереди, спереди, рашим их, рашим их, рашим. Блять, меня занял. Прошу, блять, отпустил. Сильно разделились, ребята. Убейте этого МСПихера, плиз. Кто-то на металлках. Да, 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 кстати, да. Кто? Метатель, который спустил? Нет, нет, такой, видишь, в ламеллярке такой, с пикой. Все, понял. Его нужно первым слить. Я как твой скилл. Про. Бля, парашют, бери, пожалуйста, смартфон. Парашют, пожалуйста, защищай меня, меня опять пидорас занял какой-то, и меня добила кава, пока меня он пиздил. Уже пишет, типа, мол, побыстрее, ну, на это, в тот ТС. Рано еще. Чё, потерпит? Да, пацаны, потерпит. Я прошу, что ты его спугнул? Гриша, кто там? Бля, нихера, они не пускают к себе. Ну ладно, мы с ними побежим. Ух, красота, бля. Еще такой раш справа. Кстати, Паш, купи палезу, такого рекорда. Нахуя? Ну, типа, полезно на двойку. Ставить. А на двойку? Двойка? Типа, вообще нормально. Эльза загоняет для кавы постоянно. Только видно, как Эльза втекает. Она не на 2 щит. Нет, повязан на 2. Повязан на 3, кажется. Или на 3. Но я помню, на 2 была. Ну, она мало, короче, очков. А, проходим, проходим, пошли на врез. На 2, да, повязан на 2. Спрашивай, спускайся. Сзади кава. Сзади тяжело кава. Видим, видим. Да, да, я здесь. Щиты только не так, пускайте. Парашют. Ну, пускай. Вы в бочку пробежите. Левее, а нет, нет, наоборот, к стенкам, да, у нас кавы меньше. Потеррашить, не надо ждать. Пошли, пошли, пошли. Кава. Разделись, кава. Разделись, парашют, парашют. Застопал. Блять, откуда? Да ебать, как он меня ударил, я аж прыгнул. Блин, ты кого пропустил? Кого просто ехал в топ и убил? Я одну застопал, но я не могу же две стопить. А вторую я предупредил, что она едет. А Регор может? Две? Как тёлка, знаешь? Нам надо, короче, поднимать флаги и защищаться. Ты сам, кстати, Грег, ушел. У нас основная масса пехов сзади. Какой я ушел? Ты а что, ты сам пошел вперед. Я вместе со всеми пехами был. Мне просто потом кава заехала и ее забрал. Пошли, ребят, в центр. У нас одна с один садик. Пошли, пошли в центр. В центр, пошли на башню. На башню. Го, Миракл, пойдем со мной походишь.
А ты парашют будь свободен. Они здесь, ребята, они здесь, ребят, ребят, ребят. Проходите на них, проходите. А. Просто выгоните их отсюда и все. Все, дальше не заходите, дальше проход не надо. Ебало не получите. Сейчас они получат, пролетели. Это еще не за раунд тут давать. Не отдавай мне металл. Парашют ты не взял пока что? Не. Блин, на что просил, ладно. Давай следующий возьму. Ой-ой, я под текстурки летаю. У-у-у. Нет, все нормально, просто нажми направо. Кстати, Кава, наши к вам возможности сливать метатели внезапно прям. Кто мешает? Я не успевал подсидеть. И нужно вдвоем, кстати, зажимать их этого шпицера, который такой белый. Молодец, Денис. Денис назад. Тише. Иди к нам. Не-не, чего вы идешь? Рашем? Стой, иди. Да, рашем, пошли. Нельзя, не заезжай пока. Блять, Эльбу бьют. Блять, пацаны, надо быстро проходить. У нас нет всадника. Назад. Вместе беритесь. Блять, метатель. Хорошо, ты иди к мехам, мама, подержи. На флаге. Я иду. Кава, ребят, Кава к вам едет. Фраги. И нам повезло, что у них один АФКшник. Опять проходите туда же. У них копейки вообще. Шо, Крит, где фраги? Прон? Бля. Ну шо, парашют, не взял? Так, у нас чисто трое по нулям спустя 4 раунда, лол. Так, парашют, какашки. Пирк, это Крит, я бы только сейчас догадался. Пирк. Да, пирк у этого. Годфазера ник. Вроде. Пехи, проходим дальше. Пехи. Идем. Рашим их? Сейчас посмотрим. Проходим к ним. Эльза, будь рядом. Я за всадниками смотрю. Ребят, не спешите. Скрип ближе к нашим. Да, рашим, пошли, прошу. Метателя займу. Это я по лицу получил до замеса, ну ладно, почти. Знаете, короче, сова, речь. Извини, парашют. Бля. Все, я влюблен в моего нового персонажа. Все, пойдем. Давайте еще раз на центр потерялись. Ирой. Все, сразу? Мы не будем менять ничего? Конечно, что можно. Пока работает, лучше не менять. Ну вообще, они-то как бы поменяют, скорее всего. Рэдди. А, это мы. Хорошо. Зачем ты не шли бы штурпать, у меня же есть. И тебе скину просто шпиц один, все. Что-то меняли, у них Экс зашел с двумя буквами А. А кто это? Это метатель. Все, поехали. Ну, теперь мне посложнее будет, меня будут, наверное, метать. Не хочу лук, не хочу лук. Один еще луп, ёпт.
Нас губит, ну не лучше. Ну проходим опять в центр. Блин, ты добро меня... на руку. Я и... А у них случайно не кава вышла? Вы не знаете? Нет, нет, именно... ну все тогда ладно. Блять, у меня давайте улица... То салюты, то собаки, блядь, какие-то пиздец. Кто где поезд? Я нахуй живу? В поезде. Их тут нет. Просто в центре стоим и ждем. Тут, в принципе, до любых флагов быстро дойти. Паршот ты взял, да? Хорошо. Они возле туалетика. Они в арке в центре стоят, ну, там, где мы стояли. Ну, я знаю, все, понял, у колодца. Значит, 5-4 было, и мы выиграли 3-2, значит, 8-6. Напиши. Паршот скидывай, ты где скинул, ничего. О, все, давай. Раз. Два. Пять. Ау, ау, ау. Нет, не поешь. Пока. Ребят, зайдите в само здание, потому что мы, если что, через низ можем пойти. Хорошо. Давай, давай, пошли на флаги назад. Ой, блядь, я упал. У них хава катается возле рынка, слышите? Может быть, лучше их примем, а не на флагах встанем? Да, кстати, может тут примем? Пойдем ли налево, пойдем налево. Ребят, ребят, на балкон пойдите, на балкон, они здесь идут, ребят, на балкон. Просто зажмите их здесь, просто зажмите их здесь. Я смотрю за кавой. Жмите их, жмите их, жмите. Не дайте им пройти, я смотрю за кавой. Блядь. Жмите их, пихи. Блять, на меня прошел какой-то пидорас, ну пиздец. Сука, ёбаный нахуй, блядь. Ну ты бейте его кавой, ёбаный. Пашу не защитили, поэтому и проиграли. Блять, да, на меня просто сразу зашел пидорас, и, они, и обе кавы, прям вот которые я вот уже стопил, они просто проехали. Я вот прям уже готов ебало дать, и мне по затылку, блять. Впрочем, кинул Iron Mason. Где был мой Миракл? Мне интересно. Опять что? Эп, стоп, 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 ребят, стоп, ребят. Все нормально, нормально, идем. Ну как бы, что вы хотите, когда вам спин Гладис Триера въехали? Их тут нет? Спускаемся, пошли на их вес. Вместе, ребят. Идем. Денис, пошли, да, пошли на центр металки подберем. Все, все, взял, погнали. Я просто две следил. Назад, назад, назад. Ну, отлично, отлично. Это минус, минус на пятый. Налево, идем, идем, идем прям к ним. Пошли, а, он нахуй пошли. Эльза, подбери металки, если он вот не едет. Они нас встречают, ребят, приготовьтесь. И на них пошли, пошли. Металки сбросил. Не спешим только. Грек, не спеши. Ихи, подойдите. Стойте, 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 ребят, не спешите. Рашьте, рашьте. Спину защищайте. Сука! Сейчас было неприятно. Застопил каву. Сука! Вурцы, хелпан, для Грега. Ребят, вы очень сильно разделились. Вместе проходим на них дальше, проходим на них дальше. Бля, добить их кого? Он, сука, ты ебаный, блядь. Столько ты нас вечно. На флаге, на флаге, на флаге, на флаге. На флаге. Сука, меня занимают, короче, два челика. У меня, короче, зажимает Онейл и Назгулус вот этот пидорас. Блять, как у меня от них горит. А я прям оба на меня прям идут сразу. А Назгулус это не лук? На меня Миракл защитил, нет, он не лук. Меня Миракл хорошо сейчас дефил, прям хорошо. Я отпрыгнул. Я отпрыгнул, застопил каву. Молодец, тебе похлопать. Ха, возбуждает. Сейчас не тянет время, ну. Ну да, он сейчас будет.
не спатролишь его тогда. Шо, Крип, мы с тобой опять укусанные проном. Блять, меня вечно в замесе троем зажимает, еще конь от его чистоты. Нормально, главное, чтобы все жили. Я вообще не чувствую наших альсписеров и коней, блядь. А я чувствую. Просто надо быть ближе ко мне. Я просто видел, из какой пизды ты выбежал, когда мы перестали драться. Где-то из арки какой-то, блядь, где вообще никого из наших не было, конечно, ты меня не почувствуешь. Мы деремся, блядь, вообще в другом. Там был я таганчик и конь. И что, если мы деремся все в одном месте? Ну я отвлекал, отсекал коня и почти убил этого гонщика. Да, да, то есть мы можем еще отыграть ничью, либо выиграть. Ну, если они выиграют два раунда, то будет ничья. Я надеюсь, ее не будет. Я так думаю, что ее не будет. Хотя прошлый раунд во многом из-за того, что у них АФКшник был. Где в прошлый раз лаги были, вы не помните, на их респе? Давай стрим в центре тогда. Они опять в арке. Я бы предлагал агрессивнее играть, если честно. Давайте попробуем брашиться туда. Как вам идея, Паша? Нет. Но не булки расслаблены. Мы уже к ним только что ходили и рашили. А я не думаю, что они сейчас расслабили булки, они стоят и готовы к этому. Тем более их еще на открытый рашили, они к этому готовы. Будем ждать флагов и все. Там примем их, потому что у них метатели. Но сейчас рашить мы не будем. Да, тупо. Мастер, я не знаю, где просто. Парашют какашки есть? Хорошо, уже хэд. Хэд, блядь. Хэд, это рука? Голова пишется по-другому, Денис. Я забыл, как голова. Хэд. Хе, а, ну там, да, да. Хэд это типа, знаешь, как на речи от прошедшего времени. Прошли, пошли, пошли на флаг. Бля, может, я вообще не вниз на самом деле пошел, ну ладно, уже все. Тем более они все равно справа. Осторожно, парашют! Нихера ты прошу, 3,5 матча. Да, бля, я натуре. Ближе к левому углу и потом рашим. Кройте спину, мужики! Смотрю за всадниками, как могу. Они через правую сторону рашат, ребят. Принимайте. Блять, да опять на меня. Эльза! Давай возвращаемся на флаги. Эльза! Флаги, флаги. Парашют, входи сюда. Грегор, ты че? Сзади, кейс, гава. Стой на флаге, окей. Сори, Денис. Да ничего, ничего. Задержкой. Можно. Мы победили, я так понимаю, да? Да. Ну еще играем в основном. Сейчас сразу через балкон на центр. Ребят, сразу через балкон на центр, вы понимаете, что это значит? Балкон, центр. Ну, мы на центре имеем в виду... А. Я что-то, знаете, даже не думал, просто шел вперед, просто так на автомате. Было пиздатый, если бы там была вся их команда, и она пиздила вот эту троицу. Троица, счастливая троица. Блять, они где, сука? Они реально там? И сзади у нас ходят. Ладно, ну стоим здесь теперь уж, похуй. Ну, пацаны, на Украину. Не расходитесь так, и парашют не надо, не расходитесь. Я за металлочками ходил. О, сюда. Блять, а там же где и у Крипа? Че, нравится персонаж, парни? Не, мне заебись. Я кого уступил, мне нормально. Ты ж, Паша, что-то пошли со мной на секунду, подойди со мной, там право. Ну, как Крип. Денис, ты как смещаешься, за тобой вся тима смещается. Все правильно, так и надо.
И... ага. Fuck you! Все, пойдем, 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 пойдем. Oh shit! Oh shit, man! Блять. Может, кидать металл? Назад, 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 назад. Кидай металл. Назад, 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 назад. Пизду, пизду, пизду. Через левую сторону пошли, побежали быстро, быстро, спринтом. Прямо у нас времени мало. Давайте через лестничку. Нет, 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 побежали, побежали. Быстро на флаге, времени мало. Мы растянулись. Сразу как пробегаем, сразу на них рашим. Давай, 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 давай. Зайди камеру. Тройте спину. Они все, рашим, рашим, у нас времени мало, ребят, рашим. Их надо быстро убить. Да ёп! Из меня спалили, ну серьезно. Сука! Оближи меня как леденец. А ты тут? Просто нас бы и на том балконе отпили, если бы мы пошли. Там зажали бы нас тупо. Я живу! А здесь мы просто начали идти, и мы очень сильно разошлись. Нас... да. Какую еще? Сразу направо выходим. Ёбаный рот в казино, блять. Хорошо, скинь сразу металки. 9-7 вроде крик. 10-7. 10-7. 10-7. Они здесь. Принимаем их, принимаем. Пошли, пошли, пошли. Сразу. Пехи, сразу на них выбегайте, не по одному. Но за арку не заходите. Если они за арку зайдут, назад. Назад. Назад, назад. Все, на них, на них, на них, на них. Идите, я в арке буду кого держать. Пошли, пошли, пошли. Меня не охраняйте. Мамка, блядь. Одна кава точно не может заехать. Вторая едет через другую сторону. Все время застопил. Кава сзади. Никуда она не уедет. Опять очень сильно разделились, ребят. Дожимайте. Можно тупо флаги ждать, можно просто здесь стоять. Давайте туда. Ну или пытаться поджать, но... опять же. Куда гречи нашел? Центр. Ты чё меня палишь? Просто куда-нибудь сюда, поближе, к респу. Ой, блядь. Не добежал. Дай металл. Я задавай к нам. Если можешь. Бля, все КВ волосы мешали играть. Подстригись. Не, я буду как псина. Как псина? Как твоя мама. Ой, прости. Очень смешная штука. Все, у меня есть фраг. Идите нахуй. Потому что я Бэтмен. За ваше здоровье и за мое очко. Сука. Я пошел. Ладно, ГГ. Всем спасибо. Завтракать с драгонами. Фак, ГГ.